Мир вам, Игнатий Ефимович. Миром, Езра. Я вот только закончил, на время не смотрел, и получается уже минут 27 как прошло. Я только положил, и пробовал через телефон, там программа есть такая, чтобы скачивала прямо с телефона, но у меня что-то не получается. Я ее включаю, а потом начинаю заходить в скайп, ну, вот это, в чат-рулетку. Ну, что-то она не работает у меня. Да хоть Вячеслав просирается, я спрошу. Ты к нему обратись, к Вячеславу. Он тебя рядом там, он тебя настроит не... как надо. Спасибо, Господи. Как дела-то ваши? Ну... Все давно хотел, но все не решаюсь. Не знаю, почему. А что, не решаюсь? Еще чужие, что ли? Ну, не чужие, Игнат Тихонович. Мы породились на крови Христа. Конечно. Вы духовный отец мой, конечно. Мы молимся вас, ежедневно поминаем в молитвах ваше святое имя. Я знаю, Игнатий Иванович, я все вижу, я же тоже с вами. Хорошо. Я все это вижу. Ну смотри, если будет возможность, желание приехать с Вячеславом вместе, можете приехать в гости летом. Бог даст, если Бог даст. Я в прошлом году просто не получилось. В том, ну, то, что этот, я увольнялся, потом меня переводили, при переводе там увольняют и этот, вот в другой филиал. Я вам писал об этом. А вот у вас там не слышали про этого, расстрелял-то там из Татарстана Равиль Шахмудинов. Забайкальская армия. Сейчас, жил, 8 человек расстрелял. Ну, это было давно, по-моему. Да когда же если давно? Если не ошибаюсь, да? Ну, не больше месяца. А, нет, я про это я не слышу. Да, еще скольких ранил. Над ним издевались. И Путину доложили, Шойгу. Угу. А отец, говорит, я к нему приезжал, ничего, говорит, не было. Ну, боялся, не говорил. Ну, и вот такая беда случилась. 8 человек лишил жизни. Нет, Игнатий Тихонович, от вас слышу. Ну, а заряди просто. Угу. Забайкальский округ. Хорошо. Расстрел солдат. Вот так как-нибудь. И ты сразу на него выйдешь, а там уже ты разберешься. Главное, помолись за него тоже. Ну да. Он мальчишка. Такой кроткий, лицо такое у него это, простое. Они его довели, сказали, ночью тебя будем насиловать. И он говорит, а что не жаль с офицером? Да они офицеры, говорит, в этом участники. Над другими они издевались, а на него натолкнулись. И вот видишь, Господь положил предел этим беззаконникам. Да. Хорошо, заряжу, я посмотрю. Да, остальное-то на нашем Ютубе. Вы видите, сейчас этот Виталий помогает, Вячеслав, Сергей. Начинаем распечатывать на моем сайте. Вопросы-ответы выставляем. Много. У меня там 4124, а теперь отдельными файлами это все выставляется. Ну да. Ну да, я об этом и в чат-рулетке сейчас вот только и говорил. Одному твердил, второму. Последний вот мне попался парень Николай, я правда не спросил, с какого города. Но вроде при мне набрал вас. Не знаю. Обещал, что выйдет, напишет. Ну хорошо. Ну да. Как Володя там? Ну, Володя другой там, в трапезной. Он рядом, его волна забивает, никак нельзя, он отдельно. Он участвует, но ему нельзя. Я понял. Прямо, чтобы видеть друг друга, никак. Там не хватает чего-то. Ну, нормально, все. Мы... Ну, волны. Да. Слава Богу, вижу. Да, здоровые. Тут морозы начались, да. У нас тут под 30 градусов, в Потеряевке почти 40 было. И вот сегодня, сейчас вот поставил, я заканчиваю, сегодня собрание у нас было. Там батюшка нас по местам расставил, как приезжал какой-то человек с Москвы. Еще с ним было, как отправили. Почти 40 градусов мороза, он приехал и всю ночь, 8 часов был на, там нигде, там ни станции, ни дома, ничего нету. Скамейка, на ней лежал там, нос обморозил. Вот такое дело. Это кто...
Это кто приезжал, говорите, Игнат Тихонович? Неизвестно кто. Быков Аркадий назвался. Его никто не звал, никому ничего не говорил. Ну, самовольно. Батюшка самовольно. Говорит, к нам двое уже ехали. Два трупа. Два трупа уже. Ну, это не один год. Раньше было. Один на другой станции. Ну, да, да, да. А другой шел здесь по линии, его поезд задавил. У нас запрещено это, даже родственника приглашать. Зима. Станции нету. Да, конечно. Встречать да. Транспорта нету, и по пояс в снегу. Да, конечно, Игнат Тихонович. Да. Ну, вот так. Ну, сколько можем, что-то делаем, молимся, трудимся. Вот в интернете новые люди подходят. Вот сейчас. Да, вроде тоже пишу и ВКонтакте многим закидываю. Кто как реагирует? Ну да. Вот в чат рулетки вот тоже. Кто материт, кто что. А у вас-то как дома обстановка? Ладно. Да дома вроде нормально. Попросил, они начали убираться. Я говорю, не убирайтесь, они меня не слушают. Жена говорит, у меня когда потом этот, 5-10, вроде пылесосило, остановилось. После того, как попросил, вроде. А что? Сейчас тишина. Ну я закрылся вот в темнушке. Темнушка называется, небольшая комната. Да. Я в квартире живу. И чтобы чат рулетки выйти, чтобы шум их не слышать. Не мешать. Понятно. Да. Так, слава богу, ничего. Мать все тогда. В деревне. Ты нет, да заходи ко мне, вот, когда в воскресенье будешь и. Спаси Христос. Может, ладно. Какие-то вопросы будут. Но вопросы у нас уже трудно найти, которые не отвечены. Да, согласен. Достаточно. Ты же летом видел, мы работали сколько там и пруды там поднимали. Конечно, Игнатий. Поднимали выше. Володя, ну и вы, конечно, это вообще молодец. Это труженики, это. Вам цены нет. Ну, цена, какая цена, рухлядь одна. Ну, я не болею, ничего. Пища перерабатывается. Сплю прекрасно, сон хороший. С Володей прекрасные отношения. Да. Ну, то есть, нигде нельзя даже мысленно пороптать на Бога. Все в достатке. Да, конечно. Да, согласен. Ну, что, конечно, чтобы у вас и во свете ходите. Вот. Игнат Тихонович, вопрос такой. Давай. С сестрой у меня, ну как, так-то общаемся вроде нормально все, но приходит, ну, момент такие бывают, она тяжела на язык-то, и может осквернить, ну, то есть высказать свое. Я и не обижаюсь, но стараюсь как бы более не сообщаться. Что делать в этом случае? Ничего не сделаешь, а что ну, ты сейчас делаешь? Ты запретить ей не можешь. Давно? Ее мать. Нет. Мать тут, она приходит. Молись, терпи, и Господь покажет, что, видя твое терпение, она может умягчить сердце. Мать тоже сейчас в деревне за бабушкой смотрит. Бабушке 93 года. Упала, да, тазобедренный сустав там, ну, сломала, в больнице лежала, сейчас опять выписали, потом опять положили. Я вот ездил тоже, ну, что, как, что надо, ну, там. Много чего бывает. Это. Шейка, вроде, это очень покупаем. Опасно. Сейчас, как правило, если сломали, ну, да, пропал человек, он лежит, гниет тогда, ходить нельзя. Да. Мы думали, что сломала шейку бедра, вроде, оказывается, нет, была трещина просто. И потом сейчас на поправку пошла, слава богу, выписали, операции не делали, потому что гемоглобин низкий был, и не побоялись делать операцию. Ну, 93 года, все, всякое это, да, конечно, понимают врачи. Конечно. Ну, и это. Мать пока в деревне, там, вот, периодически приезжает. Да. Тогда хорошо, всего доброго. Мне звонят уже тут. Это. Благодарю, Ветра, ты всегда желанный. Спаси Христос.
Спаси Христос, Игнат Тихонович. Аллилуйя. Господь с тобой. С Вячеславом связь держи, он очень хороший. Вячеславу Бог послал. Нам. Конечно. Бог послал. Да. Ну, с Богом. Спаси Христос. С Богом.